На канале «Россия-24» программа «Вести Хакасия». В студии Татьяна Донцова. Здравствуйте. За прошедшие 4 года республика сделала серьезный рывок вперед. Экономические и социальные показатели сейчас гораздо внушительнее, чем в 2009-м. Основные достижения обозначил сегодня глава республики. Виктор Зимин выступил перед депутатами на сессии Верховного Совета. Из зала заседаний Ольга Стельмах. Отчет Виктора Зимина для депутатов не стал открытием. То, что республика сегодня активно развивается в социально-экономическом плане, далеко не новость. Однако какими темпами, даже не в простой 12-й год, цифры приятно удивили. По итогам работы за прошедший год Хакасия получила высокую оценку правительства России и вышла на 12-е место среди 83 регионов страны. У нас хорошая рождаемость. Прирост инвестиций, валового регионального продукта. По ряду показателей Хакасия сегодня в числе лучших по России. Хакасия укрепила свои позиции. Это показатель уже международного уровня, как кредитоспособного региона со стабильной экономикой. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитные рейтинги Хакасии, отметив, что рост капитальных расходов на развитие инфраструктуры есть, благоустройство и государственную поддержку различных отраслей экономики. Работу правительства Хакасии оценил федеральный центр. За 4 года Москва направила в республику без малого 25 миллиардов рублей. Этому успеху исполнительной власти отдали должное все фракции. Правительство Хакасии реализовало, как сказать, потенциал московской поддержки. Оно довело его, если не ошибаюсь, 1,3 миллиарда до 5 с лишним миллиардов. Это здорово, это хорошо. Оно заемные средства стало использовать активно. Ну, конечно, есть реальные достижения, есть реальные успехи, есть неплохие планы на будущее, вдохновляющие даже планы. За счет федеральных денег наш регион решил ряд проблем, в том числе и в здравоохранении. Это сдача нового корпуса республиканской больницы, его строительство не могли завершить 20 лет, и открытие современного гемодиализного центра, который полностью снял потребность в жизненно необходимой процедуре. На очереди здание терапии, перинатальный центр. Этот момент особенно подчеркнули депутаты-медики. Открываются новые здравпункты, ФАПы. Это, без сомнения, положительный момент. Очень хорошо, что выросла зарплата у медицинских работников. Это, без сомнения, достижение. Ну и, наконец, оснащение новыми аппаратами, новыми методиками, приобретение новых медикаментов, которые у нас появились. Это тоже большое очень достижение. Еще один показатель, который держит сегодня Хакасию в числе лидеров, отметил Виктор Зимин, развитие малого и среднего бизнеса. Господдержка и правительственные гранты дают свои плоды. Республика в пятерке лучших по России. Так же, как и по приросту валового регионального продукта. ВРП от бизнеса за 4 года вырос в 3 раза. Сегодня он 67 миллиардов рублей. Бизнес стал больше отчислять и в казну. Сумма налогов увеличилась в 2 раза. Тенденция развития малого и среднего бизнеса – это правильная, потому что надо уходить от моногородов, которые есть большие гиганты, которые очень сильно влияют на мировую экономику. Мы про это говорим всегда – развитие малого и среднего бизнеса. Вот хороший пример – это город Абакан. Здесь нет градообразующих предприятий. Виктор Зимин отметил, Хакасия еще несколько лет назад с бюджетом в 2 раза ниже сегодняшнего не могла и мечтать о реализации столь крупного проекта, как Абакана-Черногорская агломерация. Однако республика, одна из 5 субъектов по России, получила поддержку центра. В результате уже открыты новые предприятия в Черногорске, идет строительство нового энергоблока Абаканской ТЭЦ. У нашего региона, подчеркнул Виктор Зимин, хорошие шансы и на дальнейшее развитие. Раньше мы были где-то во второй половине регионов из 83, то есть это было 60-й, 70-й уровень и место Хакасии по различным показателям. Сегодня это примерно 25-е, 5-е, 15-е место, то есть мы переместились ближе к тем показателям лучших регионов Российской Федерации, которые обеспечивают рост своей социальной базы и экономики. Это все отрадно. Работа правительства стала намного прозрачнее за вот эти 4 года. Те расходы, которые осуществляются на социальную сферу, потому что, прежде всего, конечно, у нас основные расходы составляют социальные расходы, они значительно увеличиваются. Правительство видит на сегодняшний день те проблемы, которые есть у нас, в том числе в бюджетной сфере. Отчет временно исполняющего обязанности главы республики Виктора Зимина парламент принял. Между тем, свою оценку работе правительства дали и жители Хакасии. По последним данным, значит, наш регион занимает вроде бы 12-е место по социально-экономическому положению среди Российской Федерации. Это уже достижение.
Но наш глава правительства, ИО, как говорят, ну, старается, выбивает деньги федеральные на нашу республику. Ну, за последние годы, конечно, Хакасия изменилась, естественно, и в лучшую сторону. Нам в рамках бесплатной программы, вот 10-я школа, сейчас мы ходили бесплатно, нам всей школе обработали зубы ребятишкам полностью, да, покрыли там каким-то составом, то есть и легче стало и на прием, и электронные регистратуры, то есть я как мама с тремя детьми, я вот это оцениваю. Как работают специалисты, в смысле врачи, даже намного стали человечнее к людям относиться. В принципе, наверное, это из-за того, что им как-то, может быть, у них и социальные гарантии лучше стали, и условия работы, и зарплата. Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Почти килограмм героина в рамках одного уголовного дела изъято наркополицейскими Хакасии. Операция началась в январе с задержания этнической группировки наркосбытчиков, распространявших героин из Таджикистана в сибирских городах. Тогда у активных участников группы в Красноярске и Абакане было изъято более 300 граммов зелья. На свободе оставалась только курьер. 36-летняя женщина, гражданка Таджикистана, доставлявшая крупные партии героина. Очередной груз она должна была привезти самолетом в середине мая. Об этом стало известно наркополицейским Хакасии, и они вылетели в Москву, где провели задержание курьера с помощью столичных коллег. Женщину встретили в аэропорту. Выяснилось, что она прибыла с очередной партией героина, которую провозила внутриполосным способом. Всего было изъято около 600 грамм. В рамках уголовного дела общий вес героина достиг 900 граммов. Часть наркотиков курьер перевозила в обуви. Из оборота изъято 9 тысяч условных доз героина. А членам группировки грозит наказание до 20 лет лишения свободы. За мошенничество с материнским капиталом две жительницы Алтайского района получили уголовное наказание. Одна из них обвинялась в мошенничестве, другая – в пособничестве мошенничеству. В июле прошлого года женщина направила средства материнского капитала в размере более 370 тысяч рублей на улучшение жилищных условий, купила квартиру. Затем она продала приобретенную недвижимость, при этом иного жилого помещения не купила, а деньги потратила на бытовую технику и извлечение личной выгоды. В качестве пособника женщина привлекла вторую подсудимую, которая предоставила все необходимые документы. Суд признал мошенниц виновными в совершении преступлений и назначил наказание по 6 месяцев лишения свободы условно, без штрафа и ограничения свободы каждой. Добавим, что средства материнского капитала были возвращены государству. В Черногорске начался ямочный ремонт дорог. Он охватит более 18 тысяч квадратных метров асфальтового полотна. Работы проведут на 20 городских улицах. На эти цели из черногорского бюджета будет выделено 9 миллионов рублей. Полностью ямочный ремонт планируется завершить до конца июня. Кроме того, этим летом в городе появится асфальт на нескольких внутриквартальных проездах. На победу в конкурсе на самый страшный подъезд на сегодняшний день более 20 претендентов. И заявки продолжают поступать. Напомним, конкурс на самый страшный подъезд объявила Республиканская жилищная инспекция. Главная цель – выявить наиболее проблемные дома, подъезды, управляющие компании республики, а также повысить юридическую грамотность населения в сфере жилищно-коммунальных услуг. Прием заявок продлится до 28 мая, а уже 31 числа будут определены три лидера своеобразного антирейтинга. В МЧС Хакасии тоже объявили конкурс. В спасательном ведомстве намерены определить самые пожаробезопасные объект и жилой дом. К участию приглашаются муниципальные школы и детские сады, многоквартирные дома разной этажности, управляющие компании ТСЖ. Заявки будут приниматься до 17 июня. Затем комиссия посетит всех участников и оценит уровень их пожарной безопасности. Победители получат металлические таблички с надписями «Самое пожаробезопасное здание» и дипломы. Подобные тематические конкурсы проводятся впервые, но планируется сделать их ежегодными, а за победу выдавать денежные премии. Этот год в Хакасии станет эпохальным в плане строительства. В республике начнется возведение сразу 4 объектов-миллиардников. Поговорить о работах небывалых для региона масштабов мы пригласили министра регионального развития Хакасии. Интервью с Сергеем Новиковым смотрите через несколько минут. Не переключайтесь.